Символ непокоренного народа. Символ жизни. Седьмая симфония Шостаковича. Музыка, которая в годы войны стала могучим оружием против врага. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду, я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии. Писать седьмую симфонию Дмитрий Шостакович начал в блокадном Ленинграде. Работал днем и ночью. Партитуру брал с собой даже во время дежурств в составе пожарной дружины на крыше консерватории. В 41-м были готовы две части. Завершал симфонию композитор уже в эвакуации, в Куйбышеве, городе, ставшем в годы Великой Отечественной войны запасной столицей страны. Именно здесь построили секретный бункер для Сталина и провели военный парад в 41-м. Сюда вывезли крупнейшие оборонные заводы, дипломатический корпус и учреждения культуры. Даже в тяжелое военное время Куйбышев оставался городом, в котором музы не молчали. Именно здесь, в центре Самары, тогда Куйбышева сосредоточилась культурная жизнь огромной страны. В город эвакуировали артистов Большого театра. Первый поезд с музыкантами и певцами прибыл в ноябре 41-го. Репетиции в здании театра, оперы и балета начались практически сразу. Москвичи приехали в Куйбышев без декораций и костюмов, поэтому сначала давали отрывки из опер и концерты. Первый состоялся уже 13 ноября. Артисты Большого театра, которые в годы эвакуации 2 года и жили, и работали в вашем замечательном городе. Такие великие имена, как Иван Семенович Козловский, Марк Осипович Рейзен, Асаф Михайлович Мессерер, Ольга Васильевна Лепешинская. Выступали артисты не только в театре оперы и балета. Они посещали и госпитали. В годы Великой Отечественной войны именно Куйбышев стал главным госпитальным центром Советского Союза. По официальным данным, здесь было развернуто 40 эвакогоспиталей. На этих редких кадрах хроники знаменитые оперные певцы и артисты балета того времени выступают перед ранеными. В Куйбышеве Дмитрий Шостакович активно продолжал работать и возглавил отделение Союза композиторов. Память о Шостаковиче в Самаре хранят до сих пор. В сквере рядом с театром оперы и балета установлен памятник Дмитрию Дмитриевичу, автор бронзовой скульптуры «Зураб Церетели». Знаете, я его знал, и потому, когда я наброску сделал, вот так посмотрел, покажи, и... Готовил до конца. Он был чудный, уникальнейший человек, очень по-человечески. Он поколению любил и поколению его ценил. В самом театре хранится работа скульптора Ильи Слонима. Дмитрий Дмитриевич запечатлен в возрасте 35 лет, как раз в то время, когда он находился в эвакуации. Это подарок Самаре от вдовы композитора Ирины Антоновны Шостакович. Семья легендарного Дмитрия Шостаковича бережно хранит память о нем. Супруга Дмитрия Дмитриевича Ирина Антоновна – человек непубличный и редко дает интервью. Но для нас она сделала исключение, и мы отправились в Москву. Ирина Антоновна Шостакович хорошо помнит Куйбышев времен Великой Отечественной войны. В 6-летнем возрасте ее также эвакуировали из блокадного Ленинграда. Мои впечатления о Куйбышеве, они никак не сочетались с теми впечатлениями, которые были у меня от блокады ленинградской. И меня в Куйбышеве поражало то, что там в домах не было бомбоубежищ, не было затемнений в домах.
и что-то можно было получить в магазинах по карточкам и не стоять в многочасовых очередях. С Дмитрием Дмитриевичем в те годы они, конечно, не были знакомы. Им было суждено встретиться через несколько десятилетий уже в Москве. А в 41-м, как и многие жители города, Ирина Антоновна часто посещала театр оперы и балета. В те годы музыка людям буквально жить помогала. В Куйбышеве я первый раз была в Большом театре на балете «Дон Кихот» с Лепешинской, который произвел на меня неизгладимое впечатление. Я видела там же заграничные американские мелодрамы «Балерина» о цирковой наезднице, которая стала знаменитой балериной. Там была, кстати, балетная школа Большого театра в это время в Куйбышеве. Квартира Шостаковича в Брюсовом переулке такая же, как при жизни Дмитрия Дмитриевича. Здесь хранятся любимые вещи композитора. В одной из комнат стены увешаны работами художника Гершова, посвященные блокадному Ленинграду, городу, в котором началась работа над Седьмой симфонией. Первая премьера музыкального произведения состоялась в Куйбышеве. Это было большим не только культурным, но и историческим событием. С особым нетерпением свою седьмую симфонию ждали в блокадном Ленинграде. И музыку Шостаковича удалось доставить в осажденный город. Партитуру переправил прорвавшийся через обстрел самолет. Выживших музыкантов искали по всему городу и на передовой. Там действительно отозвали с фронта музыкантов, и Элиасберг в филармонии в холодном зале сыграл эту седьмую симфонию. И не было бомбежек, как-то потрудились, чтобы не было налетов на город. Спустя много лет после первого исполнения седьмая Ленинградская симфония вновь звучит в Куйбышеве, ныне Самаре. На первом фестивале симфонической музыки «Седьмая симфония» известное во всем мире произведение Шостаковича исполняют музыканты Самарской филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. Остается только пожелать, чтобы люди не останавливались на этом, знакомились и с другими произведениями Шостаковича, с другими его симфониями. У него, кстати, начиная с первой симфонии, кстати, в симфоническое именно творчество, оно было на самом выдающемся уровне. Четвертая симфония гениальная, пятая еще более гениальная. В музыке Дмитрия Шостаковича целая эпоха. Эмоции, переживания и настроения людей сохранены в ней на века. Времена меняются, и у современного поколения новые кумиры. Но музыка Дмитрия Шостаковича по-прежнему звучит. Музыка его чрезвычайно востребована сейчас, и, может быть, это связано с этим сложным временем. Играют везде, постоянно. Те, кто сейчас вступают в жизнь, я надеюсь, что им не доведется всего этого знать. И пусть их желания, их мечты будут исполняться. И чтобы они не знали этого несчастья, которое пережили мы.